Вот, ребята, обещал в сентябре к концу выехать. Вот выехал. Смеются. Потом я буду смеяться. Смейтесь, смейтесь. Потом бегать за мной будет. Прокати. Прокати, дядя, на тракторе. Вот он. Нормально. Нормально. Все. Вот он так смотрится. Спешу, сейчас уже дождик начинается. Вот. Все, пока все короткий. Да. А все уже замечания дают. Помедленно надо ходить. А я как этот. Не, так не снимешь его объемно. В упор. Вот, ребят, закатил машину Мерс свой. Вместился. И вездеход вместился. А вы говорите, гараж у меня маленький. О! Мерс полностью влез. Вот он. Все, все, ворот закроет, все отлично. И работа, все тут, сварки. Все тут. Вот. Теперь у меня дело пойдет. Мотор сниму. Накачал. За ночь посмотрим. Спустят, нет. Не продавишь. Не шипит пока нигде. Завтра утром посмотрим. Попотел я сегодня. Да, пока отсюда с гаража. И так все вот не вытащил. Много еще вытаскивать. Всякого дерьма. Плюшкин есть Плюшкин. Вот уже темно. Вечереет. Вот. И дождик вот уже на машине. Моросит. Так что идут дела. Купил я сегодня сальники. 4 штуки, 700 рублей. Отдал с чем-то. Вот, шланг. Купил под бензин 4 метра. 500 рублей. Это ужас какой-то. Хомутики по 36 рублей. 2 штуки. Вот сюда на патрубок. Под бензин. И два профиля по 1,20 м. 25-й. Полторашка. Вот. Один уже вон прихватил сиденье, чтобы не падал. А то заваливаюсь назад. Вот. Радиатор. Готовы все. Патрубки. Приценился. Не, шланги, не патрубки, шланги. 3 метра. Вот. Короче, 1 метр. 500 рублей с чем-то стоит. Вот, 3 метра. Думаю, наверное, хватит. Так, остался бак. Подпаять кое-где и проверить. Течь. Если есть, устранить. Вот. Вроде не шипят нигде. Накачал где-то 70, поэтому. По давлению. Чем давление измеряй. Вот. 70 показывает. Завтра проверю, спустит или нет. Так, так. Ну все. Теперь я его буду часто выкатывать на улицу. Он катается легко на накачанных. Сам катится. Вот. Только, чтобы он никуда не зарулил в сторону. То один его не сместишь. Не стащишь. Не повернешь. Вот делаю недоделанные, недоделки. Вот сюда поводки. Сегодня надо доделать 2 поводка. Тут недолго приварить 2 болточка.
И сегодня буду снимать мотор. Наконец-то я его сниму. Переварил тальку. Тальку переварил, вот повыше поднял. Отрезал. А то колесо не проходит. Так. И вот бардак. Как всегда, надо все сортировать. А сейчас все рассортируешь, куда чего ложить, а потом не найдешь. Так. Сейчас попробую его выкатить один. Вот кать спокойно. Если не повернет куда-нибудь. Не туда. Так что заметили, он легко катится, хоть уперся в дверь. Вот, в дверь уперся, но катится спокойно. Вот я его сейчас на виселицу буду вешать. Так что подкачу поближе и будем вешать его. Все, один делаю. Легенький. Сверхлегкий. Пробую сделать сверхлегкий. А то все делают такие громадные, под 2 тонны. Это уже не вездеход, я не знаю, танк. Так. Ну, дальше продолжаем. Снимай клочками. Вот. Выкатил его. А катится легко тут. Машин, конечно, я бы не выкатил. Ака на 600 килограмм весит. Я бы ее не осилил выкатить. А тяжелее. Значит, это у меня полегче. Вот его спокойно качается, выкатил без помощи. Так что сейчас, блин, крючок застрял. Крючок застрял. Ага. Вот. Сейчас я тут цепь привяжу, обмотаю и вытащу этот мотортер. Вот, вам это не интересно, сейчас я отключу. От дожди не дают выкатывать. Сейчас по-быстрому надо опять закатить. Снял мотортер. Коробку. Масло сливай прям на пол. Вот. Заварим. Разберем, потом заварим и все обварим. Подрамник. Подрамник обварим как следует. И будем устанавливать движок. Вот. Дошло до самого главного. Вот моя кулиса. Кулиса. Хитрая будет кулиса. Потом, как сделаю, покажу. Вот. Сейчас у меня давление в колесах где-то около 5. И он этот стоит как накачанный.
Вообще легкий. Легкий получился. Старался, чтобы легкий был. Так. Я чувствую, рабочее давление будет где-то, наверное, 20. Так, на всех 90. А у меня 20. Он легкий. Так. Все, я тут снял. Все один. И закатил. А легко катится. Вообще.